Восторг от такого оформления фильма, сколько сюрпризов, сколько подарков. Вот с первого кадра, когда встречаешься с открыткой раскраски «Один симорский осьминога», и раз, и тут же приступаешь к игре. Вот такое ощущение, что нужно уже как-то быть готовым к игре, приступить, играть. И вот это утонченные нотки, такие прозрачные, из таких нежных цветов. Горячее желание рождается, вот, да, тщательно-тщательно к этому подойти, вот прямо красиво сыграть, как вот предложена открытка раскраска, и потом встреча с цветной иллюстрацией, да, сколько там труда, сколько цветов, сколько красоты. И вот так же, ну, как постараться сыграть вот с таким старанием, с такой тщательностью, с таким отношением, чтобы это прямо красиво было, прямо по-настоящему звучало. Такая радость того, что ты можешь к этому прикоснуться, что исполняешь соло, мелодии, и вокруг такая красота необыкновенная. Столько праздника, столько радости и восторга. Даже в том, как оформлена нотка первой октавы, украшена таким сердечком. Как-то сразу понимаешь, что все здесь создано, чтобы порадовать, чтобы помочь ощутить это состояние праздника, радости, чтобы в созвучие это войти. Конечно, сердце в ответ зажигается и радостью, и благодарностью, таким горением. Постараться максимально чутко, очень тонко услышать и исполнить.